В следующем слайде я вам хочу показать преимущества именно бизнеса Essence. То есть для тех людей, которые все-таки подумывают о том, чтобы создать свой серьезный бизнес или построить какой-то запасной, либо люди-предприниматели имеют свое дело, так вы точно увидите преимущества именно бизнеса в сетевом, именно сетевого бизнеса. Это идеальная модель бизнеса, я это уже ощутила на себе, ощутили и многие наши уже партнеры, которые вышли на хороший доход. И это рентабельность однозначно, потому что, смотрите, в первом месяце, если я вышла на 9%, но при этом, обратите внимание, нужно обязательно работать, действовать, да? То есть нужно постоянно давать информацию компании, пользоваться, продвигать. Так вот, если в первом месяце я затратила 10 тысяч, я купила 100 баллов, то получила я обратно тоже 10 тысяч. То есть рентабельность 100%. Если вы дальше посчитаете, то рентабельность там и 300% и выше. Никогда в традиционном бизнесе такой рентабельности нет, однозначно. Можете просчитать. Доходность, да, великолепно. Удовольствие – это когда ты занимаешься тем, что помогаешь другим людям, и это тоже приносит удовольствие. Конечно, законность – отсутствие как вложение, бесплатная регистрация в компании. Да? Вы только может быть инвестировать в папку 1850 рублей и инвестировать в продукт. Но этот продукт, он тут же возвращается, тем более, что если вы вначале еще займетесь продажами. Вот. Ну и способность саморазвития, это однозначно, потому что те люди добиваются успеха, которые все-таки... А это личностное развитие. И здесь у нас эта информация идет. Мы поэтому мы вам предложили, а вы, те люди, которые впервые пришли на презентацию, уже решение за вами. Но однозначно этот проект... Великолепное предложение для любого человека. Важно только дать ему видение, рассказать эти все возможности, чтобы человек понял. Думаю, что вам ну, достаточно, я думаю, что вам понятно то, что я говорила. Может быть, если вам что-то непонятно, вы зададите вопросы. Вот. Я хочу остановиться еще на нескольких слайдах. И вот здесь вот вы видите 4 шага к успеху. Это что нужно делать в этой компании для того, чтобы зарабатывать такие хорошие деньги? Это первое – пользоваться продукцией компании. Однозначно, если вы сами не будете покупать и пользоваться продуктом, вы не сможете передать эмоции человеку. 80% в нашем бизнесе – это эмоции, в великолепном продукте, понимаете? 20% – это логики. Поэтому люди, которые только занимаются, они не очень преуспевают. Я вам сразу говорю, больше преуспевают те люди, которые все-таки пользуются продукцией, сами знают они очень много и начинают о ней рассказывать друзьям и знакомым. И это пункт 2. То есть рассказывайте. Если вы будете умение говорить, превращайте в деньги. И к вам будут люди подключаться, вы будете получать процент продаж или покупок тех людей. Посещайте обучающие мероприятия. Это очень важно, потому что вы на каждом мероприятии будет получать какой-то плюсик знаний. Толику знаний, еще чуть-чуть, потом у вас сложится своя в голове презентация, и вы сможете рассказать об этом другим людям. Используйте систему 18 месяцев. Это статистическая цифра, я даже говорю 2 года. 2 года, если вы поработаете, но каждый день по чуть-чуть, даже по часу в день, то у вас будет результат. Если вы прекратите, остановитесь, в отпуск уедете, допустим, 5 месяцев работали, уехали в отпуск, не на связи, то бизнес может ваш рухнуть. Поэтому есть такой принцип в сетевом маркетинге. Вы принимаетесь работать и делаете это, то есть принимаете решение, делаете это безостановочно в течение 1,5-2 лет. И даже человек без опыта получит результат. Все получат, конечно, разные, но вы однозначно его получите, этот результат.